Копилка вещественных доказательств, свидетельствующих об успехах Чувашии в различных областях, в этом году заметно пополнилась. Республика получила вымпел от Министерства обороны России за лучшую организацию воинского учета. Министерство спорта признало нас самым спортивным регионом и даже вручило национальную премию. Кстати, за звание лауреата в самой сложной многочисленной номинации боролись 82 субъекта страны. Чувашия обошла всех конкурентов. Малая родина может спать спокойно. В Чувашии живет лучший полицейский страны. Начальника штаба отдела внутренних дел Новочебоксарска Александра Алексеева на конкурс выдвинули сослуживцы и не прогадали. Первое место в российском рейтинге эффективности и экологии предприятий также досталось нашей республике. А вот в конкурсе на самый благоустроенный город России Чебоксары заняли второе место. Между прочим, неплохой результат и одновременно стимул. Зато столица Чувашии стала бесспорным лидером голосования за наиболее значимый, узнаваемый и символичный город страны. За Чебоксары отдали голоса более 160 тысяч россиян. На сайте городроссии.рф можно было узнать об истории и культуре номинантов, посмотреть уникальные фотографии и самые известные памятники архитектуры. Глава лучшего города тоже стал лучшим. Во всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет» Леонид Черкесов обошел 250 своих коллег и был признан самым открытым главой. Во многом благодаря наличию сайта, обратной связи с горожанами и регулярному освещению его деятельности в средствах массовой информации, к чему мы тоже руководим.